дорогие товарищи, здравствуйте. Сегодня 10 августа 2022 года, около 12 часов дня. Береговое, под Феодосией, которая Республика Крым, ребята. Да вышли немножко в магазинчиком пройтись, кое-что купить с продуктов. Ну и заодно вам покажу жизнь немножко в Крыму. Не буду я тут спорить ни с кем. Сорванный курорт, не сорванный курорт. Это каждому свое, ребята. Если захотеть картинку показать, я покажу вам самую-самую хорошую картинку. Если я хочу показать, что сорван, я покажу пустой пляж, полтора человека на нем. Понимаете, ребята? Я вам показываю то, что есть просто. А вы как хотите, так и решайте. И вот такая у нас красота есть, ребяточки. Какую красоту девочки делают. Красивые девочки. Она еще будет красивее. Не надо. Нормально, все нормально. А в этой столовой мы когда-то с Сережей Дунаем и с его женой Ирой обедали. Сейчас, Серёнька, покажу, что внутри. Ну, если мало людей, смотрите, что мало. Для меня это много людей. Вот здесь, Сережа, мы когда-то сидели с тобой и с Ирой. Сейчас вам покажу меню. Начнем с этого. Чтобы не говорили, что я что-то выдумываю. Борщ 60, окрошка 95. Котлета куриная, 85, 95. В общем, нормальные, приемлемые цены. Ориентируйтесь, ребята, что находится в Крыму. Пюре 58, гречка 58, макароны и так далее, все прочее. Как когда-то было при Союзе. Красиво, привычно, надежно. Ребяточки, все нормально здесь. Немножко потерял свою родню. Да, не мудрено потерять здесь. А вот и рынок, ребяточки. Сейчас зайду на рынок, покажу вам немножечко. Вот на рынке, ребята, толстолоб, 100 грамм 60 рублей, окунь 90, гольдец, сибус и все прочее. Так что не думайте, что Крым умирает с голоду, ребята. Крым... Прямо. Да, ну некоторые же умничают, что Крым с голоду умирает. Не умирает, ребята, Крым с голоду. Живет и процветает. Правильно, девочки? Арбузы в какую цену? Разные. Тут уже есть... И желтые есть. Ага. Ну, примерно от есть, до, от и до. От 15 до 50. От 15 до 50 рублей, ребяточки. Я считаю, у нас на Херсонщине по 6 гривен было, а тут 12. Это нормально, то же самое цена. Да. Да, персик в массаже не нуждается. Правильно, анки персики. Персик домашний 100 рублей. Медовый 100 рублей. Кныш-мыш белый 200 рублей. Не волнуйся.
И пошло, ребят. Лук красный. Все четко. О, вот. Помидор 90 рублей. Ну, помидор классный, конечно. Домашний помидор. Какую цену? 50 огурец. 50 огурец, 50, ребяточки. Я считаю, как для курортного места, это нормальная цена. Так что не говорите, ребята, что я тут наговариваю, что Крым умирает с голоду. Я слышу мнение продавцов, что все хорошо. Хотя, конечно, каждому хотелось, чтобы лучше было, правильно? Конечно. Да, а так, слава богу, продавцы говорят, что все терпимо, хорошо. Вот смотрите, ребята. И так далее, и тому подобное. Вообще говорят, везде хорошо, где нас нет, естественно. Ну, так, здесь вообще красота. Девочки, картофель какую цену? 50 рублей килограмм. 50, да? 50 рублей килограмм. Лук вот этот. Ялтинский. Да, ялтинский. 140 рублей килограмм, ребята. А обыкновенный, репчатый? 50. 50? Вот так вот. Как у вас торговля? Нормально. Нормально торговля, да? Хотелось бы лучше, естественно, как всегда, любому продавцу хотелось бы лучше. Но маємо, що маємо, як кажуть на Україні, ребята. І я не думаю, що... В этом году, конечно, немножко похуже, но... Да. Да, ну неплохо, вот говорит продавец, чуть похуже, говорит, но неплохо, жаловаться грех, то, что имеем, то имеем, правильно? Да, да. Так что, ребята, я не хочу прославлять тут кого-то и все прочее, я констатирую факт, понимаете? Вы-то думаете, я приехал хвалить Россию и гадить Украину? Нет, ребята, этого не получится, я за мир во всем мире, и мне в Украине, что должно быть хорошо, и в России должно быть хорошо. Да. Должен быть мир. Везде должен быть мир. Во всем мире. Пусть и Украина приезжает в Крым, и Россия, пусть будет. Конечно, пусть все будут здесь, естественно. Мы все братья, ребята, мы все братья. И если вы делите кого-то на лучших, кого-то на хуже, извините, ребята, это будет дурдом полный. Вот тогда и войны получаются, и все прочее, и так далее. Кто-то исключительный, а кто-то хуже. Да нет, ребята, все мы одинаковые. Как бы вы ни хотели. Да, мед натуральный с улика, говорит продавец. Сколько стоит полулитровая баночка у вас? Полулитровая, ну, просим 600, а уже когда продавать... Да, наверное... до 400 уйдет, да? Да, да, просят 600 за вот эту баночку полулитровую, рублей, естественно. Ну, до конца, если дойдет торговля, то до 400 собьется цена, естественно, вопрос. Так что, ребяточки, а я продал, уезжая сюда, свой мед литра, то есть 3 литра по 400 гривен. Вот считайте, да, 1200, трехлитровая банка. Ой, а здесь намного дороже, конечно. Да. Очень мало, да? А, пчелы. Да, да. И тоже цена немалая. Да, да. Ну, жизнь идет потихонечку, правильно? Да, никуда не идет. Хотелось бы лучше, но маємо, що маємо, як кажуть на Україні. На Україні кажуть гарно. Да, кажуть гарно, да. Даже лучше. Гарно. Да, да, да. Да. Пусть там будет лучше, как везде. Я всем желаю, чтобы всем было все хорошо, ребята. И в России. Да. Да, ну не от нас зависит, да. Да, да. Ну, все люди понимают, нормальные, адекватные, с кем не общаюсь, вот все понимают. И если я балакаю даже на украинской мове, никто мне тут не плю. Відповідають українською мовою. Да, и вони відповідають українською мовою. Так что, ребята, не делайте из Крыма предателей и все прочее и так далее. Так само, как из меня уехал, ты предатель, ребята. Я никого не предавал. Ни папу, ни маму, ни жену, ни сына, ни внука. Никого я не предал. Я живу для них, чтобы был мир во всем мире. Как, в принципе, и каждый человек.
каждый нормальный человек, каждый так думает. А некоторым радость, вот сорванный в Крыму сезон. Все, радости, по Федоровке здесь там что-то грохануло, радости аж пищат, понимаете, ребята. Но хоть не радуются. Да, не надо никому радоваться, живите мирно и спокойно. Да, вот правильно говорит продавец, грех радоваться чужому горю. Мальчики, какая цена дынь? 80 дынь, как? И 50 есть, да? Есть 50 штук. А, есть 50 штук, ну понятно, всякие есть, да. На вкус и цвет, на цвет и вкус. Молодец, пацанчик говорит, на вкус и цвет, и на деньги, у каждого свои вкусы, да. В общем, ребята, жизнь идет. И все будет хорошо, ребята. Не берите дурного в голову, тяжелого в руки.